А перед просмотром данного видео я хотел бы вам посоветовать такой комплекс серверов, как MC Wasp. На этом сервере ты сможешь найти такие сервера, как Властелин Колец, Star Wars и, конечно же, Pixelmon. Ребята, умеренный донат, отличный онлайн и приятная атмосфера. Ссылка будет в описании. Вам только нужно скачать лаунчер. Лицензия не нужна, можете играть и... Ссылка еще раз в описании, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon с версии 3.0.2. И в прошлом эпизоде мы словили вроде Shiny Диглета, да? Вот он. Сейчас, ребята, мы пойдем дальше продолжать прокачивать наших покемонов. Но вот сейчас мы немножко вот тут все организуем в нашем инвентаре. Так, где-то там покемон босс был, да, или он уже пропал? Наверное, уже все-таки пропал. Так, ребята, пойдем мы это все поскладываем в сундуки. Что у нас тут куча всего? Вот это, вот это, вот это. Вот так. Тут у нас диски, темки, вот так, тут у нас есть что-то, вот это и вот этот лакетч, 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 эгг. Так, давайте вот одну возьмем. Сюда мы поскладываем вот это все. Сколько тут вообще камней? 16 мунстон, сдуреть можно. Сейчас, 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 сейчас. Вот это вот сюда. Да чё ты... Вот так, отлично. Пойдем мы, наверное, поскладываем в компьютер наших покемонов, в которых уже, наверное, больше всего не будет эволюции, я так думаю. Вот Сиджилиф. Вот этот Люксио, я так думаю, что уже не будет. И вот этот. И возьмем Диглета, прокачаем его немножко, или все-таки Гастли. Потом у нас Хантер будет, да, и потом не Хантер, а потом да Хантер, а потом Генгар. Поэтому так вот этого. В принципе, тоже можно убить. Такой нормальный уровень для прокачки. Так, пойдем мы, наверное, куда-то вот сюда. Чё там с нашими приконами? Наверное, уже все-таки дозрели, и нужно будет их собрать, чтобы парочку себе ультраболов уже сделать, да? О, покемон босс. Иди-ка ты вот сюда. Еще один покемон босс сзади. Главное, чтобы сейчас они не попропадали. Давай, давайте, давайте быстренько вот этого убьем. Давай. Ух ты, сколько уровней. Отлично, еще один XP Share выбили. И 23 уровня уже у нашего Диглета. Так, я, в принципе, не знаю, на каком он эволюционирует, но я думаю, не на большом. Так, покемон босс, главное, чтобы ты не был где-то в земле. Это самое главное, хотя оно вот так и будет. Или ты упал куда-то? Нет, он в земле. А, нет, отлично. Иди сюда. Главное, вот успели. Паш, паф, паш, рис, капут. Имена такие. Нужно будет его потом словить. Ух, хрена себе у него урон. Ну, может, ты ударишь его? Ладно, меняем на Чаризарда, а то сейчас этот еще и нашего убьет Мьюту. Ни хрена себе, да ты чё, издеваешься? Как? Наконец-то, твою мать.
Так. Ух, еще один Great Ball. И отлично. Наш Shiny Diglett уже эволюционирует. Дуктрио, или как там называется? Дутрио. Ну давай, давай, давай. Отлично. Дуктрио, да. Еще и Гасли превращается в Хантера, да? Ну давай ты уже, еще если бы ты показывала. Отлично. Так, что, палки выпали какие-то? Так, сейчас, ребятки, Дуктрио у нас уже эволюционировал. То есть последняя эволюция Диглета Шайни. Ну как-то он не очень таки отличается от обычного Шайни, просто нос как бы другого цвета, да? Поставим мы вот сюда. Отлично, ребята. Сейчас, в принципе, у нас есть Хантер, да? Но сейчас я его потом только прокачаю, как бы, обменом. В трейд-машине. Вот так. Сейчас еще давайте вот тут парочку априконов пособираем. Если, конечно, вот сейчас этих априконов хватит, чтобы сделать, например, там 2-3 ультрабола, то, в принципе, это уже будет нормально. И, наверное, вот сейчас мы сразу же их и сделаем, да. Если, конечно, хватит. Сколько у нас там? 11 и 7. Ну, в принципе, я думаю, это будет у нас 5 ультраболов. Или нет? Сейчас мы посмотрим. Так, пока оно тут делается, давайте ТМшки опять поскладываем в сундук. Отлично. Вот так. Ну, в принципе, да, все уже вот так нормально. Давайте действительно сделаем себе парочку ультраболов. Сейчас я посмотрю. У меня же молот вроде есть вот тут, да? Да, отлично, отлично, отлично. О, ачивка, априконы. Так, как они делаются? Я уже, если честно, забыл. Вот так, да? Отлично. Еще железо нужно. Железо, железо, железо. Сколько бы нам штук взять? Я думаю, 6 хватит как раз. 6. Думаю, хватит. Сейчас мы посмотрим. Что там? Да, вот так. Сейчас мы быстренько это все сделаем. Даже слишком быстро как-то. Так, еще у нас, ну, один. Еще один априкон получит. Вот этот. Ультрабол. Вот так и вот так. Отлично. А, там еще же камень нужен. А, у нас есть парочку камней. Давайте сделаем где-то 5 кнопок на будущее. Ну, даже давайте чуть больше, там еще 5, например. Отлично. Вот так, и сейчас... Сейчас, ребята, ну давайте... Да, там еще как раз один, даже больше, чем один. Вырос. Поэтому еще сможем сделать себе парочку. Еще по... Сейчас, секундочку. Там у нас... Покемон... Босс. Ух ты, здоровила какая. Так, отлично. Вот так. А, твою же мать.
Я чё-то как-то не посмотрел, что у нас все покемоны почти что мертвые. Твою ж мать. Ладно. Если успеем, то вылечим их и вернемся. Хотя, нет, он уже пропал. Да, чё-то я затупил немножко. Ну, не то, что затупил, просто не посмотрел. Так. Еще давайте вот так. И где у нас железо? И вот так. Отлично. Так, быстренько это делается, конечно же, с помощью алмазного меча. Алмазного молотка. Так, там у нас еще один покемон-босс, я вижу на карте. Сейчас мы туда сбегаем, если, конечно, успеем. Нет, он уже пропал. Твою мать, нужно было сразу бежать. Ладно. Так, отлично. Это все мы сейчас соберем. Сколько у нас там? 10 штук. И как раз сейчас у нас тут еще. И мы еще сможем сделать 2 ультрабола. Отлично. Так, первые ультраболы, можно сказать, как бы то, что мы сами, да, сделали. Все, делаем ультраболы вот так и вот так. Отлично, ребята. Вот так кетчимал. Так, сделали мы свои первые ультраболы, ребята. И 5 ультраболов у нас есть, так что можно бы словить таких покемонов, которые эволюционируют с помощью камней эволюции, так как у нас просто камней эволюции нереальное количество. Того же Мунстона, да, сдуреть можно. Сколько вот лунного камня у нас. Сейчас тут как раз Пикачу. Пикачу, да, это такой простенький покемон. Лампен. Да, ребята, у них уже, наверное, сделать лампу покемона. Да вы что, вообще сдурели? Давайте потом еще унитаз покемон сделайте. Еще может кто-то какой-то. Ни хрена себе. О, покемон. Босс, если он, конечно, не в земле. Так, да, ни хреновенький тут. Он в земле, поэтому, ну, в принципе, давайте попытаемся. Если, конечно, в лаву сейчас не упадем куда-то. Или он уже пропал. Да, он уже пропал. Поэтому идем мы домой. Так, давайте все-таки идем вылечим нашего Хантера. Потом я его превращу в Генгара. Так, вот сюда. Да, опять забыл вылечить. Вот, покемон босс на карте. Ну. Сейчас мы вот так и идем мы сю... Чё, опять пропал? Нет, не пропал. Убьет? Убьет, твою мать. Твою ж мать, опять идти лечить. Так, сейчас. Ну, наш Мету уже 83 уровень, уже 3 уровня мы ему прокачали, это уже нормально. Так, 5 ультраболов у нас уже есть. Нужно, наверное, все-таки расширить себе немножко ферму вот тут, как бы, вот этих. Ну, не ферму, вот, плантацию этих априконов, так как... В принципе, чтобы больше, да, собирать там вот этих априконов.
Так, ну потом я посажу все это. И желтых тоже. Отлично. И собираем вот это все. Так, можно выбираться отсюда. И, в принципе, ребята, давайте на этом закончим. В этой серии, это как бы, эта серия была так, что мы сделали себе первые ультраболы. 5 ультраболов, это уже, в принципе, нормально. Уже есть какая-то возможность кого-то словить, да? Если, конечно, он словится. Кого мы будем ловить? Следующий... Потом посмотрю. Наверное, мы пойдем куда-то в горы, словим какого-то покемона. Или еще сделаем себе парочку ультраболов, и потом пойдем в горы. А, все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи.